Штатский, большое спасибо за очередной внестримовый донат, внестримовую сотку. Вятский САС. Вот так и появился Санька. У нас на катке что ни связка, тот САС. А вот вам история. Ну просто заебись. Видите на этикетке? Мужчина красивый, только гей. Прославил он наш нарслай на всю Россию. Василий Блядский. А по ночам просто зверский. С мужиками спал, потом на землю срал. Вот купил, себе сосварил. Сиськи. Удивительный кисельный анальный сос. Ему достался от деда. А его дед слыхал от деда своего. Он ему достался от прадеда. А прадеда... Так, пожух что-то стрим, что за хуйня? Давайте чуть-чуть отмотаем на всякий случай назад. Он ему достался от прадеда, а прадеду, говорят, мультипрограмм передал. А кто он такой, уже никто и не помнит. Так его и ебали. Ага, утром в школе, а вечером в игрушки играет. Или просто пенис достает. Он не понимает, кого ебет. Эх, пришла пора у нас, подрочил пивангаз. Выпилили кошку, подсрали немножко. Эх, сиська, пора тебе детей женить. Он в ответ смеется. Женюсь, когда жена напьется. Детей женить, блядь. Я там модный бит пошел. Бля. Вася, Сися, пойдем вечером ебаться. Вот. Проснись, сичка, обосрайся. Хохотнула бояться, меня уже отпустила. Это Алёшка. Говна лепёшка. Шлюшка злые пучего хача, рюкача. Я, это, у меня там шотца. Наш пиздюк боится секса. Бывало, кошка заебала. Отправятся люди толковые с обосранными штанами. Поедут постучаться. Сисень. Петух с пальчиками. Не жалко. Пейте, суки. Купцы пьют да подрачивают. Вася Блядский, а чё у тебя такой сас вкусный? Эх, вкусный, потому что я насал. А был у нас тогда государь-император, клубник, крестник, новатор. На стендап катался. Что такое? Обосрался. В общем, пакет. Яровой кровавый режим. Ему насрать. Лежит, сука, блять. У царя-батюшки души нет. Башки нет. Болярства. В общем, прописали ему простатный зажим. Выходит тот дед в 100 лета, известный поэт Жириновский. Он тогда при дворе был любителем попиздеть детворе. Слыхал я, что если дать царю перестанет жить. Слово за слово, поблагодарили жида, подарили сырный чай и послали в пизду, дескать, сосай. Тем временем у Сиси у нашего драма. Посадили на спас его маму. Его папаша говорит: отдам маму за товар, посадам. И дверью хлопнул, лол. Не-не-не. И хлопнул, лох. Сася, конечно, хуй. А только утром встает. Оказывается, поэт Жибовский всю ночь бил без оглядки. Так спешил на глядки. Телебоша тут как тут. Он в обжорном бреду рыбками торговал. Вау. Дескать, отвар из козявок лучше, чем сос хлавок. Попробуйте, Даниль Пинус. Сиси не подкачал. Лучшего сосу накачал. Дали великому русскому поэту попробовать жижу эту. Он как глаза закроет, как на землю упадет. Умер и сгнил к хуям. А секрет того саса Сися потом открыл. Знаете, в чем секрет-то? Гнули. Блять, вот это реклама, я понимаю. Аж захотелось саса навернуть. Я, может быть, даже смотрел это, кстати, да, но по второму кругу нормально пошло. Все забыл все равно.